Усе ў сядло. Гомельскія велосипедысты масовым заездам закрылі сезон. Каля тысячы чалавек прынялі ўдзел у восеньскім велапрабегу. Калона аматараў самага здаровага і экалагічнага транспарту праехала па вуліцах горада. Открывать и закрывать велосезон у Гомеля у апошнія гады стала доброй традыцыяй. Прыязджаюць па адным сем'ямі, працоўнымі калектывамі і вялікімі кампаніямі сяброў. У нашым горадзе немало людзей, для якіх велосипед не просто сродак перамяшчэння, а вобраз жыцця. Как-то тает первый снег, из моего подвала выбирается велосипед. И он уходит с первым снегом примерно. По снегу пока не рискую. Хотя есть знакомые, которые и по снегу умудряются. Я, ну, часто катаюсь. Я принимаю участие во всех веломероприятиях. Я катаюсь в свободное время. Я очень люблю этот вид спорта и активно им занимаюсь. Место старту – пляцовка ля Гомельского медуниверситета. По информации организаторов, попередне зарегистрировались для удела у восеньским велопробегу каля 600 человек. Однако видовочно, что приехало больше. Это самый демократичный вид транспорту. От самых простых до суперпросунутых и навод уникальных моделей. Велосипеды во всех розные. Однако мета одна – отпочить и добро провести час. И показать, что перемещаться на двух колах модно, а хутка это станет еще и больше зручно. Есть проблемы по велодорожкам, но, как начальник управления ГАИ республики сказал, это внесется изменение в правила дорожного движения, я думаю, в следующем году, и разрешат движение по автодорогам, по улицам уличной дорожной сети, только по выделенным дорожкам. Колона велоаматоров проехала по улице Гомеля 18 километров и финишовала каля Ледового палаца, где удельников чекала забавляльная программа. Максим Савин, Алина Василюк, Александр Харлампов, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».